Акимы Кибастуза Ардак Кантарбаев посетил дома ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Градоначальник выразил теплые слова поздравлений ко Дню независимости Республики Казахстан. Первой гостей встретила Елизавета Ивановна Смирнова. В этом году она отметила свой столетний юбилей. Здравствуйте, Елизавета Ивановна, с праздником вас наступающим. Как у вас дела? Спасибо, что подошли. В качестве подарка – продуктовая корзина. После беседы, воспоминаний и вкусного чая встреча завершилась общим фото на память.